Щенок Шустрик, он сам подсказал, какую кличку ему дать. Наши новости с домашнего мини-приюта собаки Симашка. Долго нам уже волонтер Марина Абердяева ничего не рассказывала. Они с новым малышом, поступившим, боролись за жизнь все это время. Но теперь хозяйка может с уверенностью сказать, что у него все хорошо. Кушаем, активны, уже бесимся. Единственный недостаток – он дикий, к теплу рук не привык. Все время пытается сбежать, пытается женщина его хоть как-то приучить. Сделала ГИС-скан, ждем нормализации состояния и будем потом прививать. По поводу клички женщина еще не решила, есть три варианта – Шурик, Шустрик или Босс. И, конечно же, как всегда, принимаются предложения. Сегодня утром я предпринял попытку к бесту наш щенок-медвежонок. Выпустила его волонтер после завтрака погулять по территории, а он сразу дёру и рванул на соседский участок. Пришлось побегать. Эх, жаль, никто не заснял. Такие кадры пропали. На фото он после поимки. Измазюкались они с ним, конечно, изрядно. Сам щенок уже осваивается в коллективе, общается со взрослыми. С ними он почти одного размера, не маленький мальчик. И как в большой семье, кто-то его уже полюбил, кто-то дружит, а кто и рычит на него. Очень позитивный малыш. Скоро будем думать о его будущем вне стен приюта. Ну, вы понимаете, чем мы. Мариш, судя по тому, как ты за ним сегодня бегала, однозначно Шустрик, говорит свое мнение волонтер Ирина Колесова. Тоже подумывая над этим. Шустрика в моей коллекции имен еще пока нет, смеется волонтер Марина Абельдяева.